куда зажигалку приебал? Вот этот сон, а вот. Ну как думаешь, Сергей? Гол. Ну я же сказал! Ну я же сказал, ёпта! Нормально? Ну что тебе сказали? Большой молодец! Сейчас на Леденцов дадут. О, да, видишь, говорит. Он, видишь, клюшку накатил. А он сейчас девяточку пизданет. Я же говорил. А мне сказали они. Но я не хотел, я просто дал. Мне уже сказал. 23 минуты, говорит Серег. Настрой, говорит, я забью. Передачи Дениса Непогодина, номер 20. Часто какой у нас. Мяч ворота команды Кузбал забил. Давай, давай. Игорь Леденцов, номер 34. Стал бежать. Все, фол. Одной рукой. На 10 минут удален Семен Козлов, номер 3, команда «Кузбасс». Ах ты! Уходи! Ах ты, красавчик! 2-0 хорошо. Тёрбин здесь играл бы. О, давай, 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 давай! Кисель вообще красава! Ты че, Леха игру поймал, блядь! Два гола пошли, какие! Мяч! Я его... Ворота команды «Кузбасс» забил Алексей Киселев, номер 18. Команда «Кузбасс» играет в полном составе. Тайм-аут команды «Кузбасс». Полуфинале хотя бы. Кисилёв. В полуфинале. Если мы пойдем в полуфинал, я и усы, и борду сбрею. Да ну! И очки выкинешь туда. А ты Хеннесси здесь поставишь с колбасой? Когда мы вышли в полуфинал... Нет, колбасу поставишь, Хеннесси? Когда мы вышли в финал... На войне, неси. 23-го приходи, будешь внимать. Полуфинал. Готовь бритву. О, алё, тайм-аут затянул. Я хотя бы это... Ну что, ребята в шоке, да? Ворота команды «Кузбасс» был забит с передачи Евгения Яковлева, номер 10. Мяч. Началось. И не надо верхом. Низом. Аккуратненько, между щитком. Наш мяч! Давай! Не выключаться из игры, ты ёбки, Лёша! Забирай! Лицом, лицом здесь, надо, здесь, лицом! Да, погоняй! Давай, 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 уделай соседку-то! Вот этот момент! Красиво, Лёша! Давай! Забил бы, был великолепный. Не надо бить еще раз влево надо было. Просто была судьба, гол. Ребята стали спорить. Центробежное ускорение, центр стремительное. Как я знаю, надо корпус всегда класть. Центр. Тебя... Девушка. Все, пролетели.
а здесь нет, не добавляется здесь. Вот. Безумие первого тайма. Я не брил сегодня специально, я специально не брился. Я тебя снимать не буду. Сейчас мне первого тайма скажет и наш уважаемый болельщик Жерустан. Что можно сказать по первому тайму? Игра очень красивая и очень аккуратная. В конце немножко сбились на сумбур после тайм-аута, который взял Кузбасс. Получили ответный гол. Дальше выправили положение, отодвинули игру от ворот. Будем надеяться, что в втором тайме старт не наступит на горло своей игре, а будет продолжать играть в том же духе, и тогда победа будет за нами. Такие игры, блядь. АПЛ 8? Нет, 4 первых. Объясни. Да, первые 4, 4, они делать. Ну все, все, ребят, игра продолжается, хватит. Разговоров не должно быть. Подошел, раз, шлепнул. Он дохуя играет. Юр, тут вообще, во вратаре 2 метра, перенизу. Команды Кузбасс забил Леонид Бедалев, номер 25-й. Карточку не показал, обычно карточку показывают. Эх ты, Йона, вот у нас специально зараза. Молодцы, молодцы. 6-3 будет он еще примерно такой вот. 6-3, согласен. 6-3. Ладно, 4-3. С передачей Евгения Щеглова, номер 96-й. Мяч ворота команды «Старт» забил Вадим Стасенко, номер 17-й. Опять угловой. Никакие, блин. Никакие. Блядь, 4-3, вот тебе никакие ее. Пускай. Это нормально. Вот про это сейчас впервые говорил, что они могут в любой момент могут собраться. Я же тебе сказал, как они сыграют с этим. Мы просто похороним. Злою. Ну рабочий. Молодцы! Молодцы, ребята, блядь! Молодцы! Вы супер! Вы лучшие, блядь! Вы лучшие! Уважаемые болельщики, 23 февраля, 14 часов, всех вас ждем на стадионе «Старт». И команды, матч состоится в честь 30-летия победы команды «Старт» и завоевания Кубка Советского Союза 83-го года. Молодцы! Уважаемые болельщики, 14 часов 23 февраля состоится
состоится матч на стадионе «Старт» между командами «Ветераны», «Звезды», «Русского хоккея», «Сборная СССР» и «Ветераны Старта». 14 часов начала матча. Вход на стадион свободный. Девять очешков, как с суставом.